Всем привет! С вами ГМ Креветка с платформы РБК Games и игра Кольцо Дракона. Очень много после последней арены начало поступать вопросов, как же ж не такая сильная пати заняла первое, второе и восьмое место на арене среди большого количества серверов, которые живут до полугода. Ну, расскажу вкратце про наш состав пати. В него входит Конь-людоед, черный орк и бестия. По поводу боевого рейтинга. Бестия имеет боевой рейтинг 219 тысяч. Мы видим экипировку бестии. Она заняла восьмое место на арене. И дальше два лука. Собственно, конь-людоед, который имеет боевой рейтинг 481, почти 482 миллиона. Имеет такую вот экипировку. И последний, это я, черный орк, имею 376 тысяч БМ и имею вот такую вот данную экипировку. По поводу уровней можно посмотреть. Я 8R и 100 уровень. На момент арены я был, если я не ошибаюсь, 8R и 99 уровень. Конь-людоед 7R. Ну, уровень не так важно, уже прошло пару дней. И бестия также 7R. На момент арены она была 6R еще. Посмотрим конкретно арену, чтобы не быть голословным. Первое место конь-людоед. Второе место черный орк. И восьмое место, как я говорил, бестия. Нашему серверу всего месяц. Но, как вы видите, мы достигли достаточно высоких результатов, если сравнить, что другие люди, вот третье место 10R, четвертое 9R и 109, 110, 107 уровни. Разрыв в очах тоже достаточно высокий, мы можем увидеть. Как мы этого добились? Многие кричат, что это какие-то баги и тому подобное. Ничего подобного. В данном случае что нужно? Нужно быстрый компьютер, хорошо сыгранная пати, которая умеет хорошо играть в ассист, чтобы наш бой проходил максимально быстро. Ну и, конечно же, везение, чтобы не попадаться на игроков, которые просто тянут время. И как бы в случае проигрыша мы также получаем очки. То есть, как бы результат нам, конечно, лучше победить, но также проигравшие мы получаем определенное количество очей. Для того, чтобы получить максимальное количество очей вообще в общем рейтинге за всю арену, просто нужно провести как можно больше очей. Боев. То есть просто заходим, проводим бой, выходим. Заходим, проводим бой, выходим. Это делается все в быстром темпе, потому нужна большая скорость интернета и нормальные компьютеры игроков. Ну и, конечно же, более-менее сильная и сыгранная пати. Всем спасибо, с вами был ГМ Креветка с платформы РБК Games. Подписывайтесь на наш канал РБК Games. Всем пока-пока.